Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы найдем ответ на вопрос, какой текущий объем продаж, себестоимость и прибыли. Для этого воспользуемся элементом ClickSense KPI, ключевой показатель эффективности. Перейдем к нашему приложению. Нажмем кнопку «Изменить» и перетащим ключевой показатель эффективности на наш лист. Подкорректируем его, чтобы он у нас места много не занимал, а нашу диаграмму и дадим место побольше. Также заранее отредактируем нашу точечную диаграмму и перетащим еще два раза. Два ключевых показателя добавим. Итак, ответим на вопрос. Какой текущий объем продаж? Для этого выберем один из элементов KPI и добавим меру в области свойств. Sales, объем продаж. Настроим как денежное представление и напишем метку. Продаж рублей. Выберем следующий показатель и ответим на вопрос, какие у нас затраты. Добавляем меру cost sales за затраты рублей. Формат денежный, цвет можно красненький. И добавим следующую меру, это какая у нас прибыль или маржа. Добавим, введем, откроем редактор выражений и объем, сумму прибыли разделим на сумму объема продаж. Найдем поле Profit, прибыль, сумма прибыли, разделить на Sales Sum. Нажмем кнопку «Применить». Напишем метку, у нас будет процент маржи. И формат поставим числовой. И выберем в числовом формате процентное представление. Цвет, например, зеленый. Готово. А теперь, выбирая любой, фильтруя по любому из параметров, мы сразу получим пересчет по ключевым нашим показателям. То есть выбираем страну. Мы видим, что объем продаж в эту страну был такой вот, затраты такие, маржа 19%. Выбираем, например, товар конкретный и видим, что маржа по нему 18%, затраты 11 тысяч, объем продаж 14 тысяч рублей. Хотим понять по спорттоварам у нас какие продажи, затраты. И видим, значит, объем продаж 292 тысячи рублей. Клиентов у нас больше всего в Германии. Затраты 232 тысячи рублей. Процент маржи 20%. Максимальную прибыль нам дает товар. Вот, беговая обувь. Можем ее отфильтровать и посмотреть конкретно по ней. Маржа 25%, затрат 13 миллионов, продажи 17 миллионов.